Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем проходить испытания в Дэдпул. Так, ну что ж, посмотрим, что такое страж на посту. Попробуем пройти его на бронзу. Думаю, у нас это получится. Ну, должно So, how far получиться. can you get us? О, тоже знакомая арена. Ха-ха. Так, ну где? Где вроде... О! Так, ну, естественно, первая волна, как обычно, чересчур легкая. Я туда не могу залезть. Не могу. Да. Так, подождем вторую волну. Может, не стоит на бронзу все их проходить? Это сильно скучно. Ну, это почему скучно? Нормально. А они что, все отсюда выпрыгивают? Это хорошо. О, нормально. Комбо сделали. Ну, 8 тысяч, конечно, немного. Ну и немало, в принципе. Куда вы меня бьете, а? Надо просто не забывать за контратаку, и все будет хорошо. Эх ты, комбо уже сработало. Вот автоматчики, это всегда плохо. И всегда нужно их сносить. В первую очередь. Ну, в принципе, не то чтобы всегда. Можно-то и здесь разобраться сначала. Так, где? Ага, вон он бегает. Все. Этот уровень на бронзу тоже пройден. Ну, кстати, он был, на мой взгляд, веселее, нежели предыдущая бронза. Так, ну что ж, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.